Всем привет, мои картошки, с вами, как всегда, Прошка, и сегодня я буду применять разельку на вот этого пэтика, он легендарный с опасного яйца, ребят. Мне его дала подписчица, вот, и сейчас я буду на него применять разельку. Вот, ребят, такой пэтик, довольно красивый, он легендарный у нас, поэтому именно на него я буду применять. Да, у меня скромненький инвентарь, ну, короче, победному. Вот, сейчас мы будем применять. Я не туда зашла, вот наша разделька. Вот, ребят, сейчас я на секунду превью сделаю. Все, ребят, я сделала превью. Все, ребят, не обращайте внимания на посторонние звуки, это мой кот и родители. Короче, вот, все, даем ему разельку. Что с ним делать? А, фит надо. Все, ребят, я ему дала разельку. Мой кот куда-то побежал. Ну, моей тете. Вот, ребят, смотрите. Все, теперь твой пэт райдовый. Да, ребят. Вот он, райдовый пэт. Давайте посмотрим. Я зашла, потому что у меня там закончился что-то с интернетом проблемы. Давайте посмотрим, как он выглядит в райде. Вау, довольно круто. А как он бегает? Вау, очень круто, ребят, бегает. Короче, ребят, вот такое мини-видео, я вам забыла вначале сказать, что он видео будет маленькое. Короче, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Прошка Картошка. Наша цель 10 тысяч подписчиков, на 10 тысяч подписчиков я полю свое лицо. Ну и всем пока-пока.